«Творец, власть, общество». Именно эта триада стала идейной основой экспозиции. Изменение архитектурного облика Ульяновска в 20 веке организаторы выставки решили показать во взаимодействии этих трех направлений. Показали представители власти. Это и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, и министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева, и первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Анатолий Андрианович Скачилов. Эти первые лица страны и области принимали решение о строительстве Ленинской мемориальной зоны. Представили и тех, кто непосредственно осуществлял замысел. Архитекторов, художников, людей, которые строили Ульяновск. Показывая людей, которые участвовали в изменении нашего города, мы отражаем не просто чьих участие в изменении Ульяновска, но и показываем их работы, которые они делали на протяжении всей своей жизни. Так, например, главный архитектор, который спроектировал Ленинский мемориал, Мезенцев, он строил вокзалы, после войны вокзалы в Витебске, Харькове, значительное количество зданий в Москве. Выставка представила и такие известные имена, как Гарольд Исакович, который спроектировал не только мавзолей Хо Ши Мина во Вьетнаме, но и является одним из авторов проекта Ленинского мемориала. Ну а знаменитая мозаика торжественного зала «Торжество ленинских идей» – одна из многочисленных работ Григория Опрышко, в числе которых и мозаичные декорации Киевской и Белорусской станции московского метро. Они ведь не только строили, меняли наш город, они меняли фактически всю страну. Их след остался и во многих других странах. И вот наша задача – рассказать об этих выдающихся людях, чтобы люди не просто видели здание, но и видели, а что за этим было, кто это создавал. Основная идея выставки – показать людей, которые преобразовывали как город, так и всю страну. В качестве отправной точки взяли столетие со дня рождения Ленина. Именно в этот период Ульяновск приобрел не просто статус, но и вид областного центра. Ну а его архитектурное сердце – Ленинский мемориал, который впоследствии стал центром формирования творческих союзов архитекторов, художников и скульпторов. Именно об этих людях, меняющих города, ульяновцы смогут узнать до 30 сентября в квартире музея семьи Ульяновых. Мадина Исмаилова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.